Народный артист России и руководитель циркового шоу «Гиппопотамус» Тофик Ахундов занимается дрессурой гиппопотамов больше 40 лет. Он признается, еще 10-летним мальчиком впервые увидел дрессированного бегемота в цирке Дурова. Он радовался, как ребенок, когда у него вот этот маленький бегемотик сделал один пируэт. Он радовался, он говорит: вы не понимаете, что это такое. Все животные подвластны человеку. От каждого можно добиться чего-нибудь. Но одного достичь невозможно – выдрессировать гиппопотама. Они очень опасные животные. Тофик Ахундов своих бегемотов не только выдрессировал, но и научил делать пируэты и трюки, которые еще не удалось повторить другим дрессировщикам гиппопотамов, говорит народный артист России. Его три питомца – Златик, Яна и Аида – обожают морковь. В Перми трем грациям исполнится 10 лет. Вес самого тяжелого бегемота из трио – 1,5 тонны. Я очень хорошо изучил их. И в мировом цирке с ними, с группой вообще никто не работал и не работает. У меня это уже третье поколение бегемотов. Я их взял в годовалом возрасте, потому что с бегемотами, если возьмешь старше, ничего не сделаешь, бесполезно. Программа Тофика Ахундова уникальна и в России, и в мире. Со своим шоу «Гиппопотамус» Тофик Ахундов объехал многие страны. Это настоящий цирк, который так любят и взрослые, и дети. Премьера 17 сентября. Гастроли продлятся по 16 октября.